Привет! Это передача «До 17 и старше». Мы ведем репортаж из ГУМ-катка на Красной площади. А с вами я, Оскар. Сегодня мы пообщаемся с артистами и спортсменами. И еще с теми ребятами, которые первый раз вышли на каток. И сегодня я узнаю о их мечтах и впечатлениях. Пожелать тем ребятам, которые первый раз вышли на лед. Ничего не бояться, я вот же вышла, и они смогут, значит, у меня, в общем-то, опыта практически не было. Это очень здорово, адреналина много, радости много. Такое сразу впадаешь в детство, а им их впадать не надо, они уже там находятся. Я думаю, что, ребят, все у вас получится, и все будет классно. Главное, что хотеть и было желание. Остальное все получится, и все будет супер. Я желаю ребятам, чтобы они все-таки кайфанули сегодня и в тот день, когда они впервые станут на лед, чтобы они не боялись, падать. А то, знаете, есть такие, то что, ой, сейчас я пойду, сейчас я упаду. Я сама такая была, меня вообще мама так поставила, и я как-то поехала сама. Поэтому нет ничего сложного, никогда не бойтесь. И надо получать новые крутые эмоции, и фигурное катание, лед — это одно из них. Так что, ребята, ГУМ-каток, зима, Рождество, Старый Новый год, так что все приходите на каток, это очень классно и очень весело. И берите друзей обязательно, и родителей. Главное не падать и получать удовольствие, и не отморозить уши. Стойкости, упорства, чтобы они, несмотря на свои первые шаги в этом виде спорта, не оставляли его и шли до конца. Расскажите, когда вы в первый раз встали на коньки? Благодаря фонду. Я все-таки не забываю, что такое фигурное катание, да, коньки, лед, поэтому, когда меня приглашают, я с удовольствием приезжаю. Вот, видишь, в коньках здесь катаюсь. Ради блага. Я вообще в детстве очень хорошо каталась, на самом деле. У меня не было никаких проблем. Вот сегодня я спустя несколько лет, наверное, спустя лет 5, стала на каток, на лед снова. И я вам скажу, ребят, кто говорил про мышечную память, что она все помнит, на самом деле это так. Дело никогда не забывает все ваши навыки. Конечно, первый у меня круг был таким слабеньким, но потом уже как-то я привыкла и думаю, а все, вот так, раз, два, три, поехала. Это были коньки с двумя полозьями, совсем такие детские, мне кажется, мне было лет 6, наверное. Ой, я второй раз, на самом деле, встал уже здесь, тоже год назад, я впервые встал на коньки. А вы волновались? Очень, ну, как и все, но преодолеваю свои страхи. И не могу, и не хочу. На коньки я стала уже в осознанном возрасте, в взрослом возрасте. И мне кажется, я это сделала, по-моему, вместе с нашими ребятами, с нашими подопечными фонда «Жизнь движения», когда 5 лет назад мы первый раз проводили здесь акцию на катке. Что вы сегодня чувствуете? Холод. Холод сегодня я чувствую. Но на самом деле сегодня согревает вот эта атмосфера праздника, атмосфера данного мероприятия, где нам очень тепло и уютно. Даже на льду. Мы были участниками жюри на инклюзивных конкурсах именно танца. И это, знаете, это очень приятно и очень важно. То, когда различные сферы и искусства, и театра поддерживают особенных детей. Потому что, мне кажется, это самая основная такая должна быть нести функция артиста, чтобы помогать, и дети, да, и взрослые не чувствовали себя обделенные в чем-то. Поэтому, мне кажется, это самая такая очень трепетная функция и очень важная для каждого из нас. Хоть на морозе и холодно, но здесь, на этом катке, очень даже тепло. Потому что ты слышишь всякие вот добрые слова, теплые отношения. Ну и тебе весело кататься. Что бы вы могли пожелать ребятам из других городов? Несмотря ни на что, надо смотреть вперед.
и судьба обязательно будет на вашей стороне. Поэтому я хочу, чтобы люди смотрели в будущее, несмотря ни на что. Я желаю хорошей учебы, не слишком посвящать себя в учебу и иногда иметь время, чтобы вот как раз-таки сходить на каток, оторваться с друзьями, сходить в кино, потому что сейчас столько много возможностей в нашем мире, столько всего придумано для детей и для их семьи, чтобы они могли сходить куда угодно и сделать семейный досуг очень классным и очень позитивным. В первую очередь, конечно, хочется пожелать счастья, потому что счастье – это, наверное, то, что необходимо нам всем, всем людям на планете Земля. Ну, конечно, быть успешными, чтобы было хорошее настроение, чтобы всегда окружали хорошие люди. Я желаю уютного, очень теплого и очень спокойного всем времяпрепровождения в этом году, чтобы всем было тепло и уютно. Расскажите о важности данного мероприятия. Пятый год подряд мы собираемся здесь, и смысл этой акции состоит в том, что собранные от продажи билетов средства идут на программу, которая носит название «Хочу ходить». А программа эта помогает нашим ребятишкам, у которых нет ног или рук, в протезировании, в ортезировании, в приобретении технических средств реабилитации. Но мы не останавливаемся только на оказании медицинской помощи, мы идем дальше и стараемся ребятам показать, что жить, несмотря на ограничения, можно красиво, ярко, активно. И мы им предлагаем коньки, сноуборд, лыжи, гольф. Мы покоряем горные вершины на протезах. Я вот уже говорила, что в прошлом году группа наших подопечных покорила гору Эльбрус и гору Арарат, дойдя до самого верха, несмотря на то, что у ребят нет у кого-то рук, а у кого-то нет ног. Мы раскрываем творческий потенциал наших ребятишек. То есть для нас очень важно, чтобы дети наши чувствовали себя полноценными и полноправными членами общества, несмотря на то, что есть какие-то объективные сложности. Вот в этом миссия нашего фонда. Ваше пожелание фонду – жизнь в движении. Мы на этой планете друг для друга. То есть делать что-то не только для себя, но с уважением и с любовью для других. От чистого сердца те люди, которые этим занимаются, это самое важное. Потому что хочется пожелать именно фонду, чтобы он процветал, он творил добро и в целом нес самое важное эту функцию, которую на себя возложил. Самое главное, чтобы все поставленные ими цели обязательно сбывались, осуществлялись. Жизнь в движении. Это то движение, где я буду всегда и везде. Стало в нашем мире больше людей, которые готовы помочь, которые готовы помогать деткам и другим людям, которые столкнулись с какой-либо проблемой, у которых есть какая-либо особенность. И сегодня этот прекрасный фонд дарит такое замечательное мероприятие деткам и их семье, чтобы, как сказать, сделать первый шаг на лед. И сегодня в этом помогают все звезды, актеры, хоккеисты, спортсмены, чтобы порадовать деток. В первую очередь, конечно, хочется пожелать, чтобы больше людей участвовали в мероприятиях фонда, потому что мероприятие очень красивое, и мы всегда с большим удовольствием приходим, видим знакомые лица, и мне, например, очень приятно то, что больше и больше людей помогает, узнает о проблемах, которые затрагивает фонд. Это здорово, и пусть этот год принесет все больше и больше успехов фонду. Фонду я хочу пожелать силы, здоровья, успеха. На этом наш выпуск подошел к концу. Волшебниками не рождаются. Ими может быть каждый из нас. А с вами был я, Оскар. До новых встреч в эфире. Здравствуйте, дорогие телезрители. С вами рубрика «Красота». И я, Василенко Ирина Николаевна, врач, пластический хирург, владелица клиники доктора Василенко, предприниматель, бизнес-вумен, мать, счастливая женщина. Из выпуска вы узнаете топ-3 популярных процедур на сегодняшний день, как влияет образ жизни на красоту и здоровье и как выбрать своего врача. Не переключайтесь, будет очень интересно.
тем, как решиться на какую-то кардинальную перемену в своей внешности, обязательно сделайте небольшую паузу, выдержите ее для того, чтобы ваше решение было обязательно взвешенным. Если раньше, буквально несколько лет назад, тренды были на красивую фигуру, как у Ким Кардашьян, с большими объемами формы песочных часов, если все хотели такие глазки, как у Беллы Хабиб, да, подтягивали брови, либо делали эндоскопический лифтинг, хотели большую грудь, да, круглые формы ягодиц, сейчас мы видим некоторую тенденцию на натуральность. Недавно я отдыхала в Пхукете, но до сих пор остался загар, и на яхте с нами были семейные пары из очень обеспеченных семей. На что я обратила внимание, несмотря на какие-то недостатки, казалось бы, во внешности, целлюлит, большие формы, либо морщинки под глазами, женщины чувствовали себя достаточно уверенными. Их мужья боготворили, обожали. И вы знаете, я не встретила ни одну из 50 семей, которая была бы на жесткой пластике. Вот это расхожее мнение, что я хочу принадлежать какому-то элитному обществу, поэтому я побегу, сделаю грудь или пластическую операцию, это мнение ошибочное. Много раз я уже в этом убеждаюсь, и вот сейчас на отдыхе, тем более, мое мнение в этом плане прям очень стало твердым. И перед тем, как делать губы надувать, либо какие-то глобальные подтяжки, большие груди, да, импланты, обязательно сделайте паузу и не предпринимайте скоропостижных решений. Сейчас больше запрос на натуральность, как у мужчин, так и у женщин. И обязательно надо понимать, что красота состоит из двух частей. Это внешняя и внутренняя красота. И, казалось бы, это избитая истина, но когда женщина интересна, ей есть чем поделиться, она самореализованная, у нее все в порядке самооценка, есть пул подруг или сообщество, в которое она входит, она уже будет красивой. Вы знаете, несмотря на то, что там может быть родинка на носу или она может быть крупных габаритов, она уже будет привлекательна, потому что ей есть что дать этому миру, и мужчины подсознательно считывают эту информацию. Она всегда будет интересна для мужской половины общества и наоборот. Да? Как ни странно бы это ни казалось, мужчины тоже посещают пластическую хирургию, и чем больше мужчин внутренне уверен в себе, наполнен, чем лучше у него идут дела, тем меньше он задается вопросом по перемене своей внешности. Наполняем себя изнутри, занимаемся саморазвитием, самообразованием, вкладываем деньги в учебу, позволяем себе самосовершенствоваться изнутри, занимаемся карьерой. И вот эта красота, она уже будет проявляться во внешних каких-то переменах. Что касается, конечно, внешности, безусловно, это тоже имеет значение. Я думаю, в какой-то корреляции 50 на 50, поэтому, как не лукавить, все равно внешность – это то, как мы себя показываем, люди. И поэтому есть небольшие такие инвазивные методики, которые способны улучшить внешние данные без видимого почерка пластического хирурга или косметолога. Моя рекомендация, как я это лично использую, я всегда выбираю доктора, который мне по душе, который мне нравится. Мне нравится, как доктор выглядит, насколько аккуратно у него в кабинете, насколько этот доктор симпатичен мне лично. В выборе хирурга обязательно надо обращать внимание на его работу до-после. Часто хирурги выкладывают это в своих социальных сетях, и это очень важно для того, чтобы вы понимали, как ваш вкус совпадает с вкусом эстетического хирурга. Да, надо понимать, что очень много используется фотошопа, и фейстюна и так далее, но тем не менее, более-менее картинку восприятия, образ красоты искусства по почерку хирурга можно уже выявить на этих этапах. Я рекомендую минимум использовать филлеров гиалуроновой кислоты, минимум использовать каких-то серьезных гиперкоррекций в пластической хирургии для того, чтобы результат был как будто под натуральность. Больше брать акцент на аппаратную косметологию. На пластической хирургии мы используем методики блефаропластики, липосакции, только с целью небольшой, незначительной коррекции, которая меняет внешний облик, меняет самоощущение человека, саму его презентацию. Но, тем не менее,
это незаметно большинству ваших знакомых. Топ трех пластических операций, которые вот на сегодняшний день я для себя могу отметить, это первое место – блефаропластика, подтяжка фигуры, грудь, живот после родов. Женщина часто прибегает к этой методике, можно с использованием имплантов, либо без. И третье – это липомоделирование. Тут надо учитывать авторский почерк хирурга, потому что каждый хирург делает фигуру по своему вкусу, по своему предпочтению, поэтому здесь можно ориентироваться на те работы, которые вы действительно видите у хирурга. Уже от этого можно отталкиваться, насколько ты хочешь тех либо иных перемен. Что касается мир косметологии, действительно, и нитевые методики сейчас используются, и аппаратная косметология. Но очень важно образ жизни, поскольку не секрет, что именно спорт и правильное питание максимально длительно продлевают нам красивую внешность, активность в делах, жизни. Спорт – это хороший лимфоток, это румянец на щеках, это отсутствие лишнего веса, и это всегда свежий, бодрый вид. Поэтому лучший косметолог, на мое личное мнение, это стретч-растяжка или тот вид спорта, который вам максимально больше комфортный или приемлемый. Если вы понимаете, что вообще не хотите заниматься спортом, это когда-нибудь там завтра или в понедельник или в следующем году, хотя бы ходьба, да, то есть в день мы можем проходить от 5000 шагов до 10, в идеале все-таки ближе ко второй цифре доходить. Просто заставляем себя прогуляться. Прогуляться с собакой, прогуляться самостоятельно. Это тоже такой вот вид спорта. И, конечно же, правильное питание. О правильном питании сейчас очень много говорится и в телеграм-каналах, и очень много диетологов. И все-таки я считаю, что вот на этом строятся самые лучшие перемены во внешности, самые правильные, самые грамотные. После того, как вы уже будете довольны своим внешним видом от этих рекомендаций, можно дальше уже обращаться к помощи косметолога, к помощи пластического хирурга и прибегать к нашим методикам. Но, тем не менее, надо понимать, что основная работа – это генетика и ваш образ жизни. Эти два компонента, из которых состоит буквально весь костяк. Что касается пластического хирурга, я за 15 лет своей практики действительно вижу, что мы творим чудеса. И даже те небольшие изменения, которые я могу подарить своему пациенту, это сечение там, избытка лоскута на веках, или устранить грыжу, или подтянуть грудь, которая повисла в результате там, беременности, кормления. Насколько небольшая, казалось бы, перемена может вызвать сильные внутренние изменения у женщины. Да? Насколько трансформация внешняя может повлиять и на внутреннее состояние. Поэтому это тоже всегда за, это приветствуется. Важно, чтобы не было противопоказаний к операции, чтобы было адекватное отношение к будущей перемене, чтобы женщина понимала, что будет, какая будет реабилитация, что любая операция сопровождается рубцом. И когда уже адекватно взвешиваешь все за и против, общаешься с своим хирургом, доверяешь ему, тогда можно вверяться в руки врача. Если же решение принято быстро, в результате какой-то стрессовой ситуации, бросил супруг, надо срочно замуж, моя подруга сделала, бегу срочно делать, эти решения, как правило, являются неправильными. И даже несмотря, казалось бы, на классный результат, пациент часто бывает неудовлетворен работой врача. Поэтому здесь тоже важно вот этот найти баланс, внутреннюю гармонию, понимать, что для операции должны быть показания, обсудить это с хирургом, с которым ты находишь общий язык, которому ты доверяешь, да? Желательно за хирургом наблюдать в течение года, даже двух лет и более, для того, чтобы точно в своем выборе быть уверенным. И тогда тот результат, который ты получаешь, он действительно бывает колоссальным, трансформационным, вовремя и очень актуальным. То, что я действительно могу вам посоветовать, рекомендовать и куда можно сделать акцент в выборе. Наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Василенко Ирина Николаевна, врач-пластический хирург и владелец одноименной клиники. Надеюсь, вам все понравилось. Оставляйте комментарии, жду ваши вопросы и до скорой встречи в новом выпуске.
Здравствуйте, дорогие телезрители! Только что прошли крещенские события. Из выпуска мы узнаем, как праздновали на Руси крещение, какие существуют народные приметы в эти дни и что такое святая вода и какие у нее свойства. Такого вы точно нигде не услышите. Крещение на Руси празднуется во знаменование события, которое имеет большое значение в жизни всех христиан. В этот день Иисус Христос был погружен в воды Иордана, священной реки. Иоанн Креститель совершил это действо. И этот день называется еще Богоявлением. Именно тогда явился Господь людям и миру. Крещение на Руси празднуется 19 января. И крещение завершает тот самый 12-дневный цикл, который на Руси называется святками. Святки длятся от Рождества до крещения, с 7 января по 19. Святки – это веселый, интересный период жизни каждого человека, кто почитает и в православной традиции проводит свою жизнь. Святки – это очень интересный период. Гуляния, гадания, веселые игры – все это на святки. Но к 18 января человек должен уже подумать о Боге, о главном, и поэтому 18 января уже наступает сочельник. Итак, крещенский сочельник. Сочевом обычно называется вода, которая остается после того, как в ней долгое время полежат зерна, например, пшеницы. И вот эта водичка называлась сочевом, которую можно было пить накануне большого праздника для того, чтобы соблюдать пост. Итак, крещенский сочельник в ночь на 19 января. 18 января считался постным днем. Уже с утра никто ничего не ел скоромного. А вот ужин перед крещенской ночью полагалось проводить благоговейно и садиться за стол постный. Постные блюда обычно это блюда растительного происхождения. Крупы, сухофрукты, орехи, иногда рыба. И уже после наступления крещения 19 января можно уже было позволить себе и непостные меню, и более веселое и радостное поведение, потому что накануне, конечно, совершалась служба в храме и водосвятие. Вода освящалась в храме или на берегу реки или озера, поскольку в крещении было принято умываться святой водой, купаться, и священной водой являлся снег. Растопленный снег тоже был крещенской водой. Свидетельство ваше тебе, возлюбленного тебя сына именуя, иду в виде голубиня, известовавшее словесе утверждение, возлюбленного тебя сына именуя, иду в виде голубиня, известовавшее словесе утверждение. Крещенскую воду хранили целый год. Она обладала лечебными свойствами. И действительно, в это время меняются свойства воды, физические свойства воды. Вода хранится обычно долго, целый год до следующего крещения, при этом сохраняет свою свежесть, не портится и обладает лечебными свойствами. Поэтому умыть больного человека, умыть лицо для того, чтобы сияла девичья красота, это было принято на Руси. И до сих пор такими традициями пользуются наши современники. После водосвятного молебна у проруби можно было погружаться в ледяную воду. Особенно советовали погружаться в ледяную воду тем, кто участвовал в святочных гаданиях, поскольку гадания –
конечно же, считалось грехом. И поэтому необходимо этот грех было омыть в водах святого источника. После крещения в течение недели запрещено было стирать белье в водоемах и даже стирать белье дома, потому что вся вода в этот период времени считалась святой, и нельзя было ее таким образом осквернить грязным бельем. В святочные дни обычно девушки и юноши выбирали себе пару. Было принято устраивать смотрины, посиделки, можно было ходить в гости, и юноши и девушки дарили друг другу подарки. Обычно девушки вышивали своим любимым кисеты, а мужчины дарили девушкам сладости. И свадьбы в святочные дни было очень хорошей, доброй традицией, потому что затем начинались другие периоды времени, и близко был пост, а в пост венчание было запрещено, и поэтому именно святочные дни и период после крещения до Масленицы были самыми благоприятными периодами для создания семьи. Если юноша признавался в любви и предлагал руку и сердце девушке на святки, это считалось очень удачным предложением. Тогда семья будет крепкая и проживет в любви и согласии долгие годы. На святочной неделе, начиная с Рождества, крестьянин обычно хранил у икон особый священный хлеб, которым потом на крещение кормили животных, чтобы животные были здоровы в течение целого года. Кроме того, можно было варить крупяные каши для животных, доливать в эту кашу святую воду и накануне крещения раздавать животным. И обычно животные с удовольствием едят эту кашу и хлеб, и почему-то им очень вкусно именно в крещенские дни. Более того, замечено, что даже животные, которые обычно предпочитают мясо, например, или рыбу, в любом случае эту постную кашу едят с удовольствием именно в крещенские дни. Тем более, что она обильно полита святой водой. Считалось, что обязательно накануне нужно покормить всех животных этой кашей и тем самым хлебом, который хранился у икон, начиная с Рождества. Смотрите выпуск до конца. Будет интересно. Кроме того, приветствовалось окропление святой водой не только животных, но и, конечно, дома и сада. Деревья, которые плохо плодоносят, тоже было принято поливать святой водой. И тогда они обильно цвели весной и осенью давали богатый урожай. Кроме того, кропить дом святой водой было очень важно, потому что считалось, что именно накануне крещения святки на святочной неделе активизировались темные и злые силы, которые, конечно, прятались в домах по углам. И поэтому не только окропление с молитвой святой водой дома, но и окропление святой водой сада было очень важно. Для того, чтобы избавиться от злых сил, которые могут потом помешать семье быть здоровой и благополучной, было принято, например, ставить на стол букет из сухой пшеницы, а в явства постные добавлять мак или зубчики чеснока, класть на углы стола или по углам дома. Это отгоняло нечистую силу, считалось в народных приметах. В некоторых селениях, чтобы избавиться от нечистой силы, которая, конечно же, бродит по улицам деревни, мужчины садились верхом на лошадей и с гиканьем и шумом проскакивали по деревне, чтобы разогнать всю злую силу и выгнать ее из деревни. Можно было колотить ложками или палками по металлическим предметам, чтобы шума было больше, чтобы нечистая сила испугалась. И если такая ватага отважных шумных всадников проскакивала мимо какого-либо дома, и от этого движения дровяница рассыпалась, то считалось это особенно хорошей приметой, потому что именно в дровах и прятались злые силы. И теперь они изгнаны из деревни и из дома.
После ужина крещенского, постного ужина, было принято в общую миску сложить все ложки и сверху положить кусок хлеба, чтобы хлеб родился, говорили наши предки. А девушки выходили иногда с ложками на порог дома и стучали ложками о ступенечки и ждали, в какой части деревни залает собака. Собака, которая залаяла, указывала то направление, откуда и придут сваты для того, чтобы посвататься. И потом девушка уйдет в дом мужа именно в ту часть деревни, откуда и был слышен лай собаки. Существуют интересные народные приметы. Если на крещение идет снег, это, конечно, к благополучному в финансовом смысле году. Это год, который принесет материальное благосостояние. И еще много снега на крещение – это к здоровью. Ясные морозные ночи, звездное небо – к политической и экономической стабильности государства. И очень хорошей приметой считается, если в крещенскую ночь лают собаки, потому что собаки чуют много дичи в лесу, а значит, это будет удачный, сытый и вкусный год для каждой семьи. В месте купаний устанавливался ледяной крест. Ледяной крест украшали обычно еловыми и сосновыми ветками, а иногда поливали свекольным соком, чтобы он окрашивался в красный цвет и был особенно нарядный. И еще символизировал, конечно, кровь, которую пролил Иисус Христос на Голгофе, искупая грехи всего человечества. Освященную крещенскую воду выливали в колодец, чтобы колодец никогда не пересыхал. В Иркутской области после водосвятного молебна около Иордании устраивались конные состязания, чтобы копытами лошади уничтожили всю нечистую силу и подавили чертей. Вечером накануне крещения соблюдался древний обряд приглашения на скромный постный ужин умерших родственников. На стол ставилась свеча и накрывался стол приборами по количеству умерших родственников. Таким образом, в крещенский вечер за столом собиралась вся семья. Накануне крещения, чтобы защитить дом от нечистой силы, над дверями и окнами мелом или углем рисовались кресты. Надеюсь, что сегодняшняя передача была полезна для наших уважаемых телезрителей. Недавно прошел великий праздник Крещения Господня. И, конечно, мы чтим православные традиции, и нам интересно узнать, как же праздновали этот день на Руси наши предки. До новых встреч в эфире. И с вами Ларионова Ирина.